все-таки есть уже, как мы в нынешнее время, что-то уже очень позитивно происходит, я имею в виду позитивные отклики от наших бизнесменов. До этого это был позитивный опыт, и я не вижу причин, чтобы это не было бы и в будущем. Обязательно придумаем, даже если сегодня мы не нашли чего-то многого, то обязательно придумаем. Сегодня мы очень-очень шутки стали. Да, да. Мы первый раз познакомились, да. Поэтому следующая встреча, я надеюсь, уже будет с какими-то четкими ответами. Но сегодня завершаю, потому что у господина министра еще много визитов, и он вылетает на Киев. Я хотел бы сказать одно. Вы сказали, мы не хотим агитировать. Лучшая агитация для людей, которые определяются, не куда идти, в какую страну, а по какому пути развиваться, экономическому, политическому, культурному, моральному, это пример тех стран, которые мы видим. И Литва – это тот пример, который каждый умный человек, мыслящий, видит, как развивается экономика, как развивается культура, как проходит интеграция этой страны в новое европейское сообщество, всегда сделает правильный выбор. Поэтому лучшая агитация – это то, что вы делаете, и мы рады, что вы нас поддерживаете и, надеюсь, будете поддерживать дальше. Я хочу вас поблагодарить сегодня. Спасибо, господин министр. Вам спасибо. И всегда приезжайте в гости.